движение со стороны улицы Багратиона нужно повернуть направо на улицу Железнодорожную, либо ехать прямо, если вы двигаетесь с площади Калинина. В обоих случаях необходимо следовать до Портовой, а затем по ней до круговой развязки. Там повернуть налево и по улице Транспортной и уже выехать на Суворова. А вот добраться из Болтрайона в центр станет гораздо сложнее. Перед мостом нужно будет повернуть на Камскую и ехать до перекрестка с Киевской. Далее по этой улице заездом на Павлика Морозова следовать вплоть до поворота на первый трамвайный переулок. Кстати, оба маршрута предполагают двустороннее движение, поэтому на трамвайном переулке запретят стоянку машин. Из-за ремонта моста с 6 февраля изменится и схема движения общественного транспорта. Ознакомиться со схемой можно на сайте городской администрации.